Мы продолжаем наш гостевой эфир, и сейчас с нами в студии гость Игорь Будков, депутат Северодонецкого Горсовета. Доброго вечера. Добрый вечер. Добрый вечер. Шановні панітептове, 050 210 08 98. Що люди, що нас чують по радіо, пульс чи то у живому ефірі телеканал-лот, доєднуйтеся, ставте запитання. Наш гість буде на них відповідати і відповідним чином на наші так само запитання відповість. Пане Ігорю, ну багато питань у, житті, у сфері життєдіяльності міста, і одне з них найважливіше, ми от вирішили зачепити це соціальні автобуси. Соціальні автобуси як явище, соціальні автобуси як. Тривалий час були як метод, ну не знаю, восхваляння певного, там, певного політика, так, колись до недавнього минулого, нардепа, певного, скажімо так, певної фігури імені певного фонду, точніше фонду імені його. Їх не стало з цього року, цих соціальних автобусів люди переймаються і люди. Непокоїться. Чи непокоїть Це питання вас, депутатів міськради, от сьогодні, коли дачний сезон вже давно розпочато? Да, конечно. Если помните, у нас были там анонсы такие, что не будет ходить троллейбус, там вот у нас сессии мы собирали по этому поводу. И вот тогда приходило много людей. И тогда еще наиболее острый вопрос, как ни странно, был вот этот. То есть людей даже меньше волновали троллейбусы, чем эти вот социальные автобусы. Я тогда еще понял, что ну, вопрос. важность для города, его нужно как-то решать. Предпринято было много попыток, то есть городская власть нынешняя обращалась и в фонд имени этого народного депутата, которого вы упоминали многократно. Экс-народного депутата. Да, да. И сами ветераны писали на завод, писали там на другие крупные предприятия, во многие адреса. Я ждал, ну, думал, может как-то оно решится. К сожалению, со временем я ну, понимал, что оно не решается никак. А для людей это важно. И у самого у меня экономика сейчас, скажем так, не, не лучшая. По сравнению со временами там, позднего Януковича она в 10 раз хуже приблизительно. Причем это не с потолка цифра, это вот достаточно точная. Да. А, Кто-то на... кто -то, кто -то из Брежнева из за пригадывает, а у вас часы пиздюга Януковича. Да, ну так, знаете, бывают такие жирные времена, когда вот был там 2008 год, это вот Ющенко, там 2007, когда страна получала кредитные деньги, люди брали в кредит, тоже были такие хорошие времена, наверное, еще лучше, чем Путин Янукович. Ну, сейчас вот такое сравнение. Вы имеете в виду для себя, имеете в виду для тех предприятий, перевозчиков, что вы да, а, что да. вы господарите это? Ну не только, это как бы в среднем вот, по больнице, знаете, температура. Но с другой стороны я понимаю, что люди, которые живут на зарплату, на пенсию, для них это не вопрос во сколько раз, а вопрос выживания. И опять же, как говорят японцы, знаете, если хотите помочь, дайте человеку удочку, чем если бы ну, дать ему рыбу, допустим, уже сразу. Вот этот э, вариант с автобусами он чем-то похож на этот японский э, вариант. То есть, когда помогаешь людям добраться до этой дачи, а дальше человек своим трудом, в общем-то, спасает себя. С одной стороны, это продукты чистые, что по нынешним, по нынешним временам тоже важно. А с другой стороны, он бы их просто не купил бы в том количестве, как он сам их вырастет. Ми телефонували і перепитували, ну чому намагалися якось розібратися такої нормальної відповіді. Чому тепер, скажімо так, той фонд, що репрезентував цю допомогу соціальними автобусами, він відмовився. Ми не знаємо. Вас запитувати не будемо, тому що ну тут що тут гадати? Нас доправили по всіх інстанціях. Спілок ветеранів, спілок, ну найрізноманіших там, скажімо так, громадських організацій. Мовляв, до них зверніться, що це ж вони. Ну а вот на самом деле, какая схема работы этих социальных автобусов? Откуда берутся деньги на социальные автобусы? Вы же знаете, расскажите нам, что да. это за что социальный автобус? Социальный автобус, это, ну, понимаете, это одно из последствий бедности людей. То есть Хотелось бы сделать так, чтобы наши люди были все богатые, обеспеченные, ну как минимум не бедные. И Есть идея на, как это сделать хотя бы в нашем городе. Я думаю, это будет еще отдельная передача, где поподробнее на, на этом остановлюсь. Но тут же нужна срочная помощь. Понимаете, когда там будет хорошо, там через год, два, там три, а людям сейчас надо как-то выжить и дожить до этих э, хороших времен. Вот и возникает э, такое понятие, как социальный автобус. Имеется ну, как минимум две проблемы. Первая техническая. Все автобусы, которые куплены, они где-то работают, они зарабатывают деньги. Поэтому просто взять какой-то сейчас автобус э, невозможно, потому что он где-то занят. Э, это проблема. То есть вот э, АТП-10-920 э, сейчас вот так переформатирует свою работу, что вот на эти рейсы два автобуса высвобождаются в определенные дни. Э, без ущерба той работе, которую там они проводят и зарабатывают на ней. Э, вторая проблема, где найти на это деньги потому что топливо они стоит дорого, водителю нужно платить зарплату, ну и АТП хотя бы компенсировать там те же расходы на автошины, там ну, текущий ремонт, они э, все равно есть. По практике прошлого года, ну, мне было известно, что Кученко это обходилось порядка полумиллиона гривен за сезон. Ну, я примерно рассчитываю, что где-то в этих э, цифрах оно и останется. Як працює, точніше, як працював, знають Севердоншана, ті, хто користалися послугами соціального автобуса, як працюватиме зараз, що зміниться у роботі соціальних автобусів. Ну не хотілось нічого ничего туди додавати, А то, що було положительне, то тобто люди не брали ніяких спеціальних справок, То тобто есть показували свої там, пенсіонні удостовірення, або там, справки о те, що сім'я мало тобто То есть теми документами, які вони і так розполагають. Ничего другого не требуется. Они их предъявляют и бесплатно едут. Маршруты? Маршруты, опять же, разговоры с людьми, они были подобраны достаточно оптимально. Они же и сохраняются. Там единственный нюанс, э, в позапрошлом году было, скажем так, три дня в неделю, когда эти автобусы циркулировали. В прошлом два раза в неделю. Ну, пока вот э, в этом году планируем начать с двух раз в неделю, может быть, доведем тоже до трех. Когда начинают работу? По планам, я думаю, где-то с 15 16 мая, где-то вот так, то есть на днях уже. Понятно. зрозуміло. зрозуміло скажем так, эта информация. У нас ваш коллега за міською радою Сергей Самарский на связку. Пане Сергею, здравствуйте, доброго вечера. Добрый вечер. Пане Сергей, ну вот видите, скажем так, много там есть Проти ну якісь протиборства у міськраді а, там одне з одним ідеологічно, політично борються депутати. А позаяк ну бачимо, що от, ну не знаю, поганий будков. А, ось здійснили це. Зробив а, зробив соціальні автобуси, поновив їх. Хоча цього року не планувалося їх. І ви до того до цього теж негативно ставитеся? Ну, начнем с того, что бесплатный сын все равно бывает в мышеловке. Мы это должны понимать, это первое. Второе, как мы знаем, социальным транспортом у нас является троллейбус, о котором мы печемся. Ну и третье, мы прекрасно... Это хорошее дело, конечно, то, что придумали, но мы прекрасно понимаем, что это сделано для пиара, для старт выборной кампании. То есть под... подготовка к выборам. Ведь смотрите, какая ситуация возникла. Вот у нас в э, Боровской э, школьный автобус э, выбирал тендер представить не компании, а тоже окрашивает Буткову, а другой его по какому-то другому человеку. Это первое. Теперь почему не сказать о том, что есть дачное поселение, куда, как я понимаю, планируется перевозить людей, и там одно из главных проблем это отсутствие воды. То есть как люди приехав туда будут заниматься э, своим трудом, если там воды нет. Вот и, и об этом просто беспокоится. Ну и кроме того, как бы давайте вспомним, какие автобусы были у господина одного депутата, который это не закрывали, люди Мы видим, что никогда о людях никто не беспокоился об их безопасности. Каким образом это будет сделано? Я считаю, что мы это будем точно так же контролировать. Просто не просто так, что дадут этот, дадут этот бесплатный Автобус, ну, те ж саме дожди безпокоїтися і безпасності людей. Ну, и ремарка по поводу бізнесу, що Ігоря Николаевича проблеми. Ну, якби как бы конвертаційний центр закрита, к сожалению, став зарабатувати менше. Ну, спасибо. Розуміло, ось така позиція, пане Ігорю. Ну, бачимо, що а, ну, якщо за конструктивом за темою, тому що про тролейбуси зараз так само поговоримо. А, конструктивно по позиціям а претензія щодо. А, Автобусу соціального, котрий возить, це те, що це безпека, так, ми почули, і там безкоштовний сир. Ну, понимаєте, он ще думає, що можна на доїхати до дачі. Я думаю, надо просто чоловіку зрозуміти, що тролейбус є там, там, тролеї є. Ну, не може поїхати кудись то со свого маршруту, який тільки по городу проложен. Хоч він і соціальний, конечно, транспорт. Вот. А дальше уже понимать все остальное. Автобусы, к сожалению, такие, какая у нас и жизнь. То есть, если бы зарабатывали мы там, как в Европе, там, по 5000 евро, у нас и автобусы были бы такие же, как и в Европе. И с ценами такие же, как и в Европе. А здесь приходится ездить на том, что есть. При этом о безопасности, конечно же, будет по АТП это позаботиться. Потому что я с ними буду заключать договор. В их обязанности будет включена безопасность. То есть это проверка водителей каждое утро. Это проверка автобусов каждое утро на техническую неисправность. Если там что-то будет, ну, по практике прошлых лет все это быстро исправлялось. Сами люди, которые со мной говорили э, на эту тему, они говорили, что да, бывали проблемы, но они очень оперативно устранялись. И они как раз спросили, чтобы были те же автобусы и те же водители. Потому что ну, и водители были какие-то вежливые, и, в общем, и автобусы их тоже устраивали. Разные маршруты. Только что мы зацепили эту тему социальных автобусов и троллейбусов. Конкретно социальные автобусы по каким дачам, по каким точкам будут ездить? Получается, там Щедричево, Александровка, Воронова и Клешня, озеро Клешня. Вот четыре направления. Сергей Самарский, ну, опять же, цитата, считает, что не стоит пускать социальные автобусы к дачам, в которых нет даже воды. Вы что-нибудь об этом знаете? Ну, вода – это отдельная проблема. Она существует, но она не на тех дачах, про которые мы говорили. То есть это существует проблема на дачах, которые воду получали с азота. Это дачи, которые вот возле направления пролетария на Лисичанск. Там действительно есть проблема, другого там варианта нет, кроме как с азота подать. А люди эти сами на азот там пожаловались, что там дорого, там, и в общем теперь остались совсем без воды. Вот. Но эту проблему надо решать. Ну, они вы знаете, и решать будете. Это проблема, которой занимается городская власть. К сожалению, с азотом сейчас разговаривать тяжело. То есть азот с городом на контакт не идет. Вот, не понимаю даже почему принципиально. То есть не готовы даже обсуждать какие-то вопросы. Это проблема, то есть даже не знаю, жаловаться на директора, не знаю, собственникам надо жаловаться, наверное. Тут занял позицию такую, что вот город пускай живет как-то сам по себе. Ну, такого не было взагалі, -то, в истории Северодонецка, тому и место а, квітнуло а, постійно и таки вечно молоде ставалося. Ну и а, все одно не можем мы не поставить запитання с приводу троллейбусов. А, ну, Ваша позиція як депутата Свілинської міськради, пане Ігорю, є, ну, е, е, ну, жива, мені здається, та жіночка на крутому авто, е, скажімо так, на джипі, величезному, що збила стовп, тепер півміста паралізовано. Ну, Є там ремонтні роботи, все звичайно. Ну а я просто, просто складно чи не можна передбачити о, і такі обставини? Ми ж бо ну двадцять столітті живемо, Ми ж можемо якісь резервні резервні колії, лінії зараз пів міста, ота частина, скажімо так, ну туди центральний ринок, у то той бік плюється і ходить. Що ну коли ж все зроблять, коли ж все зроблять. Ну, к сожалению, знаете, есть такое, такое, понятие защита от дурака. Но она не всегда срабатывает. То есть бывают вот, бывает, вот э, инженеры, конструкторы, которые проектировали, ему в голову не могло прийти что-то подобное. Оно происходит потом. Ну, вот, вот, такой случай приблизительно произошел. Вот именно такой важный столб был снесен, что вот ремонт занял вот столько времени. Когда он закончится? Э, честно, я так вот не держу оперативно контроль за троллейбусным движением, ну, мне кажется, он, наверное, закончился уже. От, должен закінчити найближчим часом. І з приводу взагалі функціонування е, тролейбусного, скажімо так, ну це ж соціальний транспорт. Е, бачите, ваші опоненти е, навіть коли є, ну, в принципі, позитив, і є навколо чого примиритися. В, ну і в принципі, пора порадіти одне за одного, що от, тим не менш, от відмовився фонд якийсь, а ми все одно соціальні автобуси запустили. Е, шукають негатив. Ось соціальний транспорт тролейбусний. Mm. Понимаете, я же с этим автобусом, я специально паузу держал до последнего. Просто люди уже сейчас уже ездят на дачу, уже тратят деньги, там в Александровку билет стоит 12 гривен. Я же мог бы сразу там это подхватить. Я специально взял паузу, ветераны обратились везде, куда только можно. Город обратился куда только можно, в тот же фонд, который этим занимался, неоднократно. Я смотрю, просто никто не хочет, нет желающих. Ну, ты первый пиарщик. Ну, теперь я, получается, пиарщик. Хотя мог бы и Самарский быть таким человеком запросто, если бы хотел. Бесплатный сыр только в мышеловке. Чем вы можете заработать? Это не заработок. Вот по есть побоивание, знаете, хорошее украинское слово, у депутатов, что в итоге что-то будет не так. Это не заработок. Нет. Это не заработок. Это... Понимаете, я живу здесь, у меня там мама тоже такая вот, тоже и на дачу важно там проехать, вот при всем при том тоже так, я не могу ее там сам возить на дачу, поэтому вот просто понимаю, что это надо было сделать, хотя вот я до последнего тянул, думал, может найдутся другие люди. Ну, все ж не нашлося. Не знайшлися інші люди. Ми дякуємо вам, що прийшли. Цю тему ми обговорили, тому що ну, для нас важливо обговорювати різні, скажімо так, історії, демонструвати. Ну, це одна така ремарка. Обов'язково ми з вами у цій студії зустрінемось. І поговорімо тонка з діляться вряденчан багатим. Оце обов'язково нас, скажімо так, дуже цікавить ця ваша позиція. Дякуємо, що прийшли депутат Сівернецької міської ради. Ігор горпутков був у нас у студії.